ваш индеец! Ах ты лживый ублюдок! Орлиный глаз. Мой сын. Нет, только не это. Мой сын. Останься с ним. Мы заставим этого мерзавца ответить. Тебе конец, Барнсби. Так. Прикончу. Откуда он? Еще один гатлинг. Подберись к нему, а я прикрою. Разберись с ними, я прикрою. Сейчас расплата. Вы дезертиры и трусы. Я заставлю вас понести наказание. Уложи их, я прикрою. Вы предали свою страну и свою расу! Стреляй! Теперь свершится правосудие! Прикончи! Я заставлю вас понести наказание! Стреляй! Дезертиры и трусы! Прикончи!
Уложи их, я прикрою. Мы предали свою страну и свою расу. Уложи их, я прикрою. Теперь свершится правосудие. Стреляй! А теперь пристрелим его, как паршивого пса. Нас поймали. Я не знаю как. Тот мексиканец. Хуарес? Он схватил нас и привел к белому вождю. Барнсби. Обменял меня на лошадей. Только меня. Отец. Это я привел их к медальону. Я предал апачей. Не ты предал народ апачей. Нет. Это я повел его на смерть. Ты пытался помешать мне. Ты знал. Зоркий орлиный глаз. Сын апачи. Мой сын. Мой сын. Так Уильям мог уцелеть. Надо спасти его, Рэй. Женщина, медальон. Хуарес получил все, что хотел. Что же мы наделали? На этом самом месте, где ты был убит, когда-то я встретил твою мать. Она была моей второй женой, а ты мой второй сын. Белые охотники за скальпами вырезали мою семью. Я отомстил за них. Я напал на это поселение и перебил всех мужчин, женщин и детей. Всех, кроме нее, твоей матери. Я привез ее сюда, чтобы она заменила мне мою погибшую скво. Но ненависть к ее белой коже полыхала в глубине моей души. Когда я смотрел на тебя, я видел только цвет твоей кожи. Ты пытался доказать, что ты истинный сын народа апачей. Но я не понимал этого, пока мы не пришли сюда, на место, где все началось. Сегодня кончится моя война. Быстрая река станет спокойной водой. Я люблю тебя, сын мой. Мне тяжело. Мне осталось сделать только одно. Подожди секунду. Постой! Нет! Нет! Вера, щит мой. Вера, щит мой. Вера.
щит. Довольно. Выкладывай секрет медальона. Что с ним делать? Вера, щит мой. Лучше ответь мне, пока не явились твои братья. Потому что иначе мы схватим их и будем пытать. Ради чего? Ради золота. Ты же сам говорил мне, что богатство — это корень зла. Вера, щит! Хватит! Слушай, ничего личного. Если бы не ты, я был бы уже мертв. Получишь свою долю. И твои братья тоже. Даже Мариса. Там же хватит на всех. И неужели ты думаешь, что ты лучше меня? Ты убийца. Я нет. О, да, конечно. Ты же так чист, агнец божий. Слеза младенца. Рано или поздно каждому приходится запачкать руки. Даже тебе. Зачем ты это делаешь? Ты ломаешь мою семью. Из-за денег? Когда мне было 11 лет, мне приходилось спать с отчимом. Я терпела, потому что мне некуда было идти. Хуарес точно такой же. Я ненавижу его. Хочу сбежать от него. И не хочу, чтобы у моего ребенка был такой отец. Ты ждешь от него ребенка? Я не такая сильная, как твои братья. Мне нужен кто-то, кто защитит меня. Что, Рэй? Да, сначала я думала так, но потом поняла, что это ничего не изменит. Если я буду жить с тем, кого не люблю. Томас? Ты любишь Томаса? Слушай меня. Внимательно. Хуарес ждет твоих братьев. Хочет отомстить. Вот, возьми. Мне это не нужно. Я не убийца. Да, непростая нас ожидает работа, брат. Нас всего двое. Против банды. И я не смогу прикрывать тебе спину. За меня не беспокойся. Найди Уильяма. Рэй, тогда у Апачи я сказал тебе неправду. То есть не всю правду. Сейчас не время. Я вовсе не хотел уводить ее у тебя, но вдруг влюбился. Сейчас для нас имеет значение лишь Уильям. Ты прав, брат. Что ж, идем.